легко. Если в 960 каком году в пизде жили два брата. Они отмечали Рождество, но они пока не знали, что их ожидает. Давайте посмотрим. Да, прикольная елочка. Да? Круто, скоро Новый год, наконец-то. Да, через два дня Новый год. Может, домой уже пойдем? Проголодался. Ладно, надо давай поужинать хорошенько. Да. Следующее утро, Рождество. Да. Нет, через два дня. Ну, то есть, это... Ну, у нас же в городе традиция, то, что завтра мы... Как бы сегодня ужинаем, завтра... Да. Утро, подарки, а вот... Так, ладно. Завтра уже Новый год. Наша новая машинка. Так, заходим. Сейчас подарю. Угу. Так. Я поставлю свою одежду. Все. Вот, еще Оскар победили. Кстати, я новый ком. Я в холодильнике посмотрю. Ком взломан, пиздюк. Блин, он наш ком взломал новый. Вот хуй. Ладно, похуй, потом починим, на Новый год. Ладно, что-то в холодильнике у нас есть. Сейчас посмотрим, так. Пиво есть. Пиво, арбуз. А, на столике жратва. А, точно, забыл совсем. Так, сейчас свет. Из окна прикольно. Ага. О, какая еда тут вкусная. О, мяско. Так. Слушай. Есть какие-то планы? Ну, не знаю. Погоди, сейчас покушу мяско. Есть какие-то планы на сегодня? Ну, поскольку мы уже ужинаем вечер, я думаю, нет. Можно просто сесть в КС-ку поиграть, не знаю. Угу. А, стоп, так. Ножиком взломан. А, блин. Так, я пиво открою. Хочешь пивка? Давай. Вот, забирай. Спасибо. Давай. Давай, за нас. Заебись. Слушай, если у нас таких серьезных планов нету, помнишь, мы хотели в космос? Точно, да. Может, пойдем? Ну, как теперь пиздюк стал нашим очень большим врагом, и он нам вряд ли доверяет. Так что, поскольку Новый год, и мы знамениты, у нас уже вон Оскар стоит, завтра на Новый год у меня будет событие. Какая? В центре города примерно. Угу. И меня будет... Если я выступлю с Оскаром, то тогда угадай, что будет. Что? Мне заплатят 1 квадриллион. Квадриллион? Мы сможем что угодно купить. Да, но причем мы не будем их тут дома хранить. Они мне сделали свой собственный сейф где-то тут в городе. И он защищен так сильно, будто то же самое, что 4 банка в городе Overkill. Ну ты везучий. Слушай. Ага. Сейчас. Сейчас какой год? 60. Сейчас. Пози. Погоди, сейчас календарь посмотрю. Так. Сейчас 69-й. Да, 69-й год, 5-го. Нет, сейчас. 28 декабря. Я же говорил, два дня до Рождества. Не, 29-е тогда. Или 28-е. Ладно, не знаю. Ладно. Думаю. Слушай. Ну? Вот такие вот дела. Я уже все это предвидел. И я, я же в военной базе работаю. О! Чё, о, ты забыл, что ли? Ну да. Я же по городу хожу. Ага, подожди. За нас. Давай. Ай. Слушай, блядь, не звони. Так, я ответил на звонок. Я же все предвидел. Я же работаю в этом. Позже я из мобильника выйду, а то все в игры играют, ебаны заебали нахуй. Так. Так. Это. Я же в военной базе работаю. Я боссу сказал, что
где-то 3 года назад нас один пидор не впустил на новый город. Ну, из-за этого мы пошли жить в другой город, там все плохо было, жратвы не было, еды не было. Ну вот Кстати, через 2 года вернулись уже, все слышь, нормально. Ну, что? в армии же, ну, на Красной Звезде, спецназ, там, где ты находишься, вот, там же вроде бы новая традиция, или не новая, то, что на Новый год ты можешь выбрать себе любую работу, за кого ты хочешь быть, там, пилот, командир, сержант. А, да. Так что ты Я можешь стать сегодня, пилотом. ладно, короче, к делу. Я заказал нам корабль на эту Space City. Да ладно. И Да. никакого пиздюка хуючи. Нет. Слушай, Круто. теперь что будем делать? Мы направляемся туда. Я возьму себе повышение до командира. Ага. У него сейчас лейтенант. Потом. Да. Ну, сейчас сколько часов? Сейчас 17:05. Так. Сейчас полчаса пообедаем. Полчаса поиграем. Не можем. Да посрать. В компьютерный клуб пойдем. А, блядь. Ладно, тогда пойдем комп починим и уже направляемся туда, да? Ладно. Ладно. Так, сейчас закончим. Смотри. Кстати, в КСке вышло обновление. Дай. Там скины новые какие-то. О. Не новые скины. Я не про Wildfire. Там какие-то апдейты скинов, например, SSG новые. А какие новости у тебя? Ну, я скоро стану богачом. А, ну да. Скоро я буду знаменит, самый знаменитый в этом городе. И мне обещали то, что Кстати, мне... ты подходишь, президент. Ну, президентом быть не так уж легко. И причем я сам не хочу. Столько дел. Ну ты Но подошел к зато президенту. есть еще одна новость, то, что они мне заплатят 6 билетов на поездки в эти 3 страны. 2 билета в Америку, 2 билета во Францию и 2 билета в Польшу. Польшу? Так, 2 билета в Америку, Польша. Так, в Америке пойдем в Калифорнию, Нью-Джерси. Да, у А нас... в Польшу пойдем, я там нихуя не знаю. В столицу пойдем. И какая еще? Еще... Может, в Латвию Сейчас, поедем? Франция. Франция? Ну, Франция, Италия, это естественно. Ну, хотя билеты оставим, поскольку я же богатым буду. Можем легко Ладно. ходить. Так, я закончил сэндвич. Выдвигаемся. Давай. Так, сейчас оденусь. Свет надо выключить. Ладно, сначала что делали? Забираем компьютер, да, на починку? Да. Ладно, давай. Блять, просрали. Вот хуйня-то. 13:14, ну как так? Ладно, посрать. Так, сколько времени? О, нам уже пора. Да? Бегом. Давай. Так, блин, опять эта дверь. Так, подожди. Так, ладно, садимся. Сейчас. Сейчас, садись. Так как скользит. Погнали. Я знаю место. Ты не бойся. Ага. Ах, какой же красивый у нас город. Да. Зря у нас это стекла затемненные. Ни хрена не видно. Блин, кто эту тачку вообще делал? Ты немножко это. Ты заметил, что ты немножко выше сидишь, чем я? Ну чё, машина же 80-х. Водитель низкий, лентяй. А водитель, чтобы наверх все видел. О, у нас эта машина же была. Ну да. Там Так. авария?
Ну-ка, погоди, стой, остановись. Что? Сейчас. Там авария произошла. Сэр, что-то случилось? Да, это просто... Некоторые такие... Чувак, ты куда? Иди сюда, они тебя сейчас отпиздят. Что ты, блин, сказал? Блин, идите нафиг! Сейчас, быстро едь! Пошли нахуй! Суки! Я вас сейчас прибью, я позову полицию! А ты че, реально? Ты че, драгрейсер, что ли? Так, вот моя база. Большая. Так, ладно, теперь осторожно. Так, подожди. Ты смотри, чтобы меня не пристрелили. Подожди, я позвоню. Алло. Да, сэр, мы уже заезжаем. Рядом со мной друг, который будет лететь. Не убивайте его. Скажи ему то, что я популярная звезда. Он популярная пизда, то есть звезда. Он сказал окей. Ладно, Окей, мы приезжай. заезжаем, босс. Так, корабль где? Вон он. Ух ты, ё-моё. Что-то... Где все? Где Вильямс? Где Марк? Ладно, садимся в корабль. А ты уверен, то, что там хватит на место? А там какой-то маленький. Ладно, не знаю. Ладно, садимся. Хьюстон, Хьюстон, мы приближаемся к объекту. Она очень близко. Так, налево, направо. Нет, неправильно. Вот, да, вот сюда. Да куда ты заехал, блядь, сука ебаная? Вот туда. Да, вот, правильно. Да, едь прямо. Да. Ой, хули ты делаешь? Блин. Где мы? Мы, не знаю. Я не могу бегать. Наш Ладно. корабль. Чё с ним? О, боже мой. Его двигатель что-то сгорел. Мы врезались на Видимо. планету какую-то. Надеюсь, это... Подожди, что это, пистолет? Я заберу один. Слушай, что это, пистолет? О, еще один. Ага. Да. Ладно. Чё это за планета, давай исследуем. Блин. Чё? Что это? Кто там? Что это такие? Иди прячься, Беги! беги, беги! Что это такие? Я не знаю. Они нас заметили или нет? Не знаю. Они ко мне идут! О, Стреляй в стреляй! них! Что это такие? Я убил! Смотри, что это? О! Мочи! Беги от них! Мочи, твари! Блять. Они не умирают! Нет. Беги! Тебя еще они ранили? Нет, еще трое остались. Еще две. А, Ну вот. что они дружелюбные? Нет, Нет. мне пофиг, вали их. Вроде Господи. отбились. Смотри, что это? Господи. Фу, что за херня, блядь. Я не Мне знаю. противно на них смотреть. Давай посмотрим, на какой мы планете вообще. Что-то тут... Чё? Она маленькая какая-то. Нет, мы просто в пределах. А, точно. И небо какое-то все белое. Там почти пещера вроде какая-то.
Да, тут пещера. Подожди, тихо. Я слышу их. Бойца, Чуваки! нет там! Стреляй их! Чё это за херня была? Я не знаю. Какого хуя? Там еще одна. Фух. У нас так, у тебя есть фонарик? Да, есть. Что это Что такое? это? Давай входим в пещеру. Подожди, я фонарик настрою. Так, пошли в пещеру. Там Блин, мне тут дробаш же... валяется. Да? О, вот. И мне. Прикольно. Тут прям два. Ну-ка, банели похоже. Да. Ой. Врубай фонарик. Я слышу какие-то звуки. Кто там? Я тоже слышу. Что это там? Такое? Мне немного страшно. Лускрин! Как ты знаешь их имя? А ты не помнишь, мы их заново, мы их начали тогда. А, точно. Блядь, зомбак! Зомби? Куда нам тут идти? А, может, это дверь? А, подожди. О! Господи. Тут кнопка. Я нажал. Иди посмотри. Вот, открылось. А. Стой. Погоди, иди открой. Иди открой. Я придержу дверь. Окей. Я, наверное, понял. Подожди. Сейчас затолкаю. Ну. Давай, быстро сюда, быстро. Иду. Все, иди. Иди, иди. Пошли, пошли, Давай. Пошли. О, их тут много. Меня кустали. А, помоги. Их тут очень много. Что делать? Пошли сюда. Давай. Тут прыгать надо. Давай ты прыгай. Не, не надо. Прыгай. О, их еще тут. О! Черт, сколько их тут? У меня патронов мало. Тут надо... Прыгай. Ладно, ты стой тут, я пойду посмотрю, что там. Ладно? Ладно. Чё? Ты слышишь эти звуки? Ладно, все нормально. Я пойду? Нет, не надо идти. Я потом обратно не смогу идти. Этот пока что патроны поищу. Тут какая-то хрень. Может, его принести надо? Патроны ищешь? Да. Ты уверен, что сможешь найти? А, нашел. Вот. Ай! Тут на веревке были. Я упал. Ладно, я быстро вскарабкаюсь. Надо забрать хрень. Ты где? Вот я. А, вот бери эту хрень. Давай. Взял. Сейчас скарабкаюсь. Вот она. Бери, пошли. Фига себе, далеко прыгаю. Ага. Неси хрень. Она какая тяжелая. А! Что это? Это хэдкраб. Точно. Я их помню из Биг Сити. Нет, сколько их тут? А! Я помогу. Меня сзади тоже убивают. У них... Нет. Их там очень много? Достаточно. Беги, беги. Иди.
Тут очень много. Я куплю, давай. Я отбиваюсь. Все? Нет, ладно, бежим их, слишком много. Бери, бери хрень. Сюда. Тихо. О-о-о-о. Еще одна. О. Сколько их там всего? О! Надеюсь... Стой! Мне сиди! Что? Я из моего рюкзака возьму... А, погоди, может... Ты хочешь скрепить? Не надо! Не, я хочу, может быть, взять их в маленькую коробочку положить. Не надо. А куда нам тут идти? А, в стенки же. О! Бери. Сейчас, подожди, перезаряжаюсь. Вот, я нашел. Что там? Тут стенки, в проход. Да? Да, быстрее иди. О, я нашел, да. Ты где? Я через стенку прошел. А ты... Эй! Где ты? Я тебя потерял. Эй! Не вижу, где ты? Эй! Постреляй! А, я тебя вижу! Стой! Вот ты! Я зашел. Ты тут был! Вот ты! Стой! Иди обратно! Иди обратно! Да? Вот я свечу! Вот! Нет, не, не туда! Вот! А. Сюда! О. Куда нам? Может сюда? Или мы... Нет, мы тут были, подожди. Были? Куда нам идти? Куда нам ставить эти? Подожди, мы сюда шли? Тут мы отбивались от них. Подожди, может сюда? Где есть зомбаки? Что это? Это церковь что-то. А, я понял. Ставь сюда. Да. А. Что происходит? Пошли. Секретный проход. Что это? Это статуэтка. Забираем. Пошли. О! О! Что случилось? Я не знаю. Зомби! Беги! Иди обратно, быстрей! Что это было? Тут кто-то... Могила подвинулась! О! А, чё за пидор? Да не стреляй! Подожди, подожди, отодвинься. Я его изнасилую. Где? А, его тело мёртвое. Ладно, где? Пошли отсюда. Может, он жив? Погоди. Какого хуя? Ладно, давай зомбаков убьем и заберем эту... Бери эту хрень, не за мной. Еще раз. Слышь? Что за взрыв? Сука! Ты уверен, что справишься? Нет! Быстрей, иди, иди. Я... Сука. Бери хрень, пошли, быстрей. Она тяжелая очень. Стреляй в голову. Быстро, Мочи, сука. Тихо, тут маленькие. Погоди, стой, я перезаряжусь. Нет, нам не сюда. Сейчас. Или сюда. Нет, нам не сюда, иди обратно. Сейчас перезаряжаюсь. Бери, иди. Все. О! Тихо. Что это? Что там? О!
Убей его! Наверное, убил. Тут еще один! А? Что это? За мной! Бери за мной! Давай! Это выход? Выходим из пещеры. Да уйди, 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 уйди. Я попытаюсь скарабкаться. Подожди. Убери эту хрень из моей башки. Все, пошли. Все, залез. Погоди. Я иду. Нет. Убери эту хуйню, блядь. Все, мы вылезли. Сейчас. Все, статуэтка у меня. Что с кораблем будем делать? Ну, придется чинить, или иначе мы тут застряли. Ладно, ищем ресурсы. Так, чувак, смотри, что я сделал. Видишь, у меня в руках? Ну? А, я ж тебе уже такое отдал. Ну? Слушай, теперь... Я разработал хрень, да? Да. Вот где-то вот фигня, вот эта фигня, да? Ну. Вот я часть его забрал, да? Да. И сделал вот эту хрень. Смотри, что им можно. Поднимать. А, она пока что не поднимается. Что ты сделал с ним, она не поднимается? А, погоди, сейчас. Ну-ка, на корабль поднимемся. Что произошло? А, ночь. Блин. Погоди. О, все. Все? Да. Вот теперь... смотри. Господи, ты поднял его. Прикольно, да? Да, но надо. Подожди, я отсюда надо... вижу Юпитер. О, это ночь. Смотри, иди сюда. Что? Смотри, там космическая станция. А, да. Ладно. Давай я этим предметом его. Да, но погоди, надо еще над двигателем поработать. Блин, но энергия это... кончается очень. О, так, погоди. Поверни его немного на бок. Я с моим сварочным аппаратом, который я придумал, надо немного двигателя починить. Все. Нормально? Ну, вот поверни еще на 180. Вот. Сейчас. Вот. Все, ты чини его, чувак. Ладно. Ты чего, чувак? Не сейчас. Очень странная пещера. Я сфотографирую, чтобы потом показать землянам. Ладно. Так. Монтировку достал, то есть сделал. За один год много поработали. Блин. Что там? Там не делай. О, день. Да хорошо. Ладно, побегу. Наверное. Ай! Наверное, закончил уже. Чувак! Ну? Готово? Почти. Надо еще задний двигатель, и тогда уже сможем лететь. Ладно, давай. Так. Тут все. Ай, странная планета. Томник. Да? По расчетам моим, мы на Марсе. Да? Да. Ты уверен? Да. Вот эта полоска, видишь, это полоска от Деймоса. Все ясно. А вон Фобос. Ага. Я пришельцев не видел за этот год. Наверное, мы всех убили. Ладно, чини давай. Так, вот эта часть. Странные тут камни, конечно. Чувак, я золото нашел. Золото? Где? Его забрал. Прикольно. Я еще руды поищу. Ты давай, ладно. Строй. Точно. Если ты достанешь мне немного железа и
Золото, тогда я смогу немного улучшить скорость корабля. Уже есть, бегу. Так. Сейчас поставил вот тут. Ага, так, сейчас посмотрю, ну-ка. Ван, давай заканчивай уже, нам пора лететь. Все? Погоди. Так, ага. Ну-ка, как оно выглядит? А что с этим предметом будем делать? Этим? Я думаю, его придется взять с собой. Ладно. Так. Много тут что есть? Странная фигня. Может, тут надписи на нем какие-то? Нет. На нем змея нарисованная? Нет. Да? Это если даже змея, это две змеи. Я его в багажник засуну. Хорошо. Так, тихо. Так, все, сварю. Ладно, тут не... Куда его поставить? Ладно, на крыло прикреплю, короче. От сварки. Слышь, что только не смотри сюда, а то глаза будут болеть от сварки. Ладно. Нет, тут не продержишься. Все, готово. Можем лететь. Ладно, пусть в воздухе висит, пофиг. Так. Вот эту куда ставить будем? Я не знаю, куда ее поставить. Поезжай. Все, она за нами будет лететь. Готов? Сейчас. Так, это... Ты водить будешь, я не умею. Хорошо. Ладно, я его переворачиваю. Давай. А, хорошая хрень. Ага. Так, сварочный аппарат надо как-нибудь вот сюда поставить. Ладно. Так, подожди. Так, чувак, я сел. Ага. О! Что с кораблем не так? Мы взлетаем? Ой! О! Что-то с кораблем! Что-то у него упало. Я слушал. Ладно. Погоди. Надо присесть, посмотреть. Ладно. Какого хрена? Стоп, друг, у меня есть одна идея. Что? Этот корабль маленький, но он очень мощный, так что... Давай останемся еще на денек, я его переделаю, сделаю мощную, очень быструю, скоростную зверь. Ладно, тогда я иду исследовать пещеру. Хорошо. Ладно, давай, увидимся завтра. Удачи. Интересно. Где мой? Я с рацией сижу с Домником. Так. Алло? Чувак? Да? Оставайся в рации, так удобнее с тобой разговаривать. Хорошо, корабль уже готов. Еще часик примерно. Ладно, отбой. Так. Блин, я его прикрепил. Ну, интересная херня эти зомбаки. Как я... А что? О, боже мой. Хорошо, что мы не падаем. Блин, фонарик оглох. Ладно. Сфотографирую. Вот это, вот так. Блин, я уже 24 часа тут. О, боже. Да, прием. Алло, Макс, это... Куда-то полетим? На Землю? Ну, конечно, куда еще? Может быть, проведем ту космическую станцию? Нет, ну... Нет, нет времени, извини. Ладно, мы потом его расследуем. Ладно, давай, отбой. Давай. Так, сколько часов?
Ладно, я уже... Подожди. Ну, 12:00. Ладно, пойду к Домнику уже. Так, уже Так, там, с четыре призывом. мощных двигателя. О, фонарик заработал, ладно. Четыре. Блин, он тупо работает. Четыре плюс семь. Да не оглыхай, сука. Я думаю, Максу понравится корабль. Вон, тут уже светло, более-менее. Да фонарик тупой задолбал. Все. Он задолбал. Ой, сука. Ну и пещера. Еще надо вот так напоследок сфотографирую. Ой. Что тут, день уже? Блин. Блин, на телефоне звонит, подождите. Что, алло? Кто это? То есть еще день. Что? Сколько нам тут еще оставаться? Я уже сделал фотографии. Нет, Домник меня не слышит. Да. Да. Еще фотографии. Я сейчас вам пришлю. Так, там фотография входа, фотография пещеры, фотография тварей, которые на пыли. Какую нахрен комнату? Мне я туда не пойду, там очень долго. Я уже там один день пробывал. Времени не было. Ой, какой, блядь. Короче, вы поняли. Чё, мне идти фоткать это, что ли? Ой, сука. На, неважно. Ладно, я пошел. О, боже, снова спускаться в этот ебаную пизду, блядь. Фоткать этой хуйни. Заебанные баксы. Нахрена мне это? Нахрена мне эти доллары вообще нужны? Я Домнику забыл сказать, что задерживаюсь на день. Сука, рация. Ой, блядь. Разъебал его. Ладно, оставлю сообщение. Блин, через все эти гребаные трупы, блядь, пробираться. А, фу, блядь. Же мерзко, сука. Ну, где-то было. Блять, все это делать. Ой, блядь. Я этих подбирать не могу вообще. А, вот оно. Фотографируем. О, боже, блядь, мой. Так быстрее мне не дремни. Ладно, чё он меня просил? Опускать труп. Ладно, пусть сделано. Так, ладно. У него было ни хрена. Ладно, пойдем отсюда. Какого хуя? Блядь. Этого еще не хватало. Не. Мой арсенал не хватит на такое. Пора брать большую пуху. Сука. Ладно, отсюда отобьюсь. Идите сюда, твари, блядь. Нет, отступаем.
О, боже мой, я тут застрял, походу. Ну, тварь, а, блядь. Блядь, патроны. Я слышу выстрелы. Хули там происходит? Что там происходит? О боже мой. Суки. Там все больше и, блядь, больше. Снова у меня патрон заканчивается. Фу. Снова выстрелы. О боже. Хули там происходит? Судьба закончилась. Это люди? Хули мне делать? Эй, блядь! Они дружелюбные. Чё, суки? Блядь! Хуяли меня стрелять! Я свой! Вот твари! Ай, нога, сука, охуели меня стрелять, блядь. Он пиздец. Ступай. Ай, ай. Нет, не отступаемся. Быстрей. Что у них тут было? Еще один дробовик. И автомат. О боже, что они со мной сделали? Ага. Ты кто? Сука. Блять. Надо быстрее сматываться отсюда. Нет. Ай, дага, ебаная, блядь. Фух. Быстрее забирайся. Быстрей. Кто это были? Ай. Предполагаю, они на этом приехали. Барчука раны. А, тут полежу, подожду Доминика. Ой, уже утро. Посмотрю, Доминик не пришел. Я заинтригировался на этот корабль. Наконец-то, теперь он идеальный. Доминик! Я его слышу. Я бегу. Ай, нога! Макс! Ой, что это такое? Иди что? Сюда, тебе понравится это, смотри. Это наш новый корабль? Да. Ты не представляешь, что произошло. Что? Иди сюда. Видишь вон тот корабль? Да. Что? На нем люди пришли. Люди? Я ушел вниз, чтобы сфотографировать еще, мне босс сказал. Да. Там пришли еще пришельцы. А как он мог с тобой связаться, если мы в космосе? Через рацию. А, у нас же это, квантовое. Я спустился туда, на меня зомби напали еще.
Я перезаряжаюсь, слушаю выстрелы, а там люди. Я говорю им... Извините, а что-то голос... На, пивка возьми. Сейчас. Ай, спасибо. Ну, я слышу выстрелы. Вижу люди. Иду к ним, а они в меня стреляют. Убил их всех. Может, это пришельцы были? Нет, это 100% люди были. Ладно. Пошли проверим. Нет. Ну, ладно, давай. Быстрее беги. Погоди, ну, сейчас. Ай, нога. Знаешь, как меня сильно ногу ранили? Да. Ладно, беги. Погоди. Блин. Ай, блядь, подожди. Так, где у меня? Так, вот. За мной. Где это было? Нет, не тут. Вон там. А что тут? Они... Люди тут были? Да. Слышь, вот. А может их послали, чтобы... Ой. Вот. Да. Может их послали, чтобы украсть пирамиды или что-то такое? Смотри, у меня был в карманах пулемет, вот этот. О, у меня тоже. А, нет. Я отстреливал их. Да, тут бери, бери эти оружия. Я хотел их тебе показать, но нет времени. Да, тут их нет. Ладно, быстрее бежим отсюда. Где ты? Нет, не сюда. Перепутал. Надеюсь, я правильно бегу. Нет, сука. Вот, стена. А это мне тут будет? Блин. Сука. Быстрей. Вот. Тут? Быстрее карабкаемся вверх. Снова у меня фонарик. Так. Во, заработал. Так, быстрей. Нет, я еще не упал. Сука, как же тут сложно. Давай. Быстрее бежим. Впервые мы в космосе. Но мы так и не попали. Ладно, я залезаю. Так, давай, летим. Как же классно. Летим. Видишь, какой быстрый? Да. Летим на землю. Ладно, сейчас. Так. О! Что случилось? Корабль! А-а-а! Так, ребят, это был ебаный фейл, перезаписываем. Так, летим. Все, работает. Давай. На землю. Так, земля, вот она. Сейчас, надо немного... Вокруг Кива пролетит, потому что через атмосферу врежешься. Да. Так, взлетаем. Ну, космос красивый. Взлетаем! Так, мы прибыли. Да. Судя по расчетам, вон там нам ждет тачка. Не думаю. Но ничего, какой-то городок, может, новый, что я раньше его не видел. Нет, мы потом пересядем. Ага. Кстати, это же Space City. Да. А. Точно, это же и тот новый город, который год назад построили. Да. Вот. Эй, сюда! Да, идем. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Теперь вы садитесь в тачку. Мы вам... Ваш на крыше вон того здания, где? Вон. На крыше вон той вышки ждет Нигер. Вот. Теперь садитесь, это ваша тачка. И ездите к нему. Ладно. Смотри, смотри, какой-то... Ладно, садись. Ты сел? Сейчас. Все. Сел? Си. Окей. Что-то сиденье у меня низкое. Ну, пофиг. Как здесь тачка дрифтует. Ладно, пошли. О! Пипец она. Ладно. Нам вот в этот город надо. Так, какая башня нам нужна была, ты не помнишь? А,
Вот, у которой вышка. Вот. А, вот. Да, понял. Ну и город. Маленький, Глыня, конечно. да. Я даже не знаю, где тут все люди. Все, залезаем. Ой. Ой, так, это ихнее здание. Я понял. Да. Ой. Здорово. Здорово, здорово, здорово. А вот тут, погоди, тут написано. Ага, Free Space Куда Industries. ты пропал? Тут написано наверху Free Space Industries. А, ну пошли вверх. Идите вверх, вам же там ждет нигер. Ладно. Да ты сам нигер. А ты что хочу сказал? Блю. А прикольно тут. Видимо, это Блядь. Компания. Нам добираться. Слышь, смотри, а там разве не снимают всех КАФТВ? Где? Вот, на той горе. А, да. Эй, здорово! А, не, вон. Вот там, антенка. Ладно, поднимаемся. Так, может, что тут? Потом... Так, тут порно снимаем. Да? Да. Надо потом взглянуть. Я послушаю, что за звуки. Понятно. Там еще... О, смотри, вот, видно аэропорт отсюда. А, да, вон наш X-Wing. Ты же его X-Wing'ом назвал, да? Я ничего не путаю. Ага. Да. Ну, просто у него 4 крыла, вот поэтому X. А, все, вот этот последний вроде. Эй, здорово! Здорово. Как тебя зовут? Меня зовут Макс. А этого как зовут? Я его брат Доминик. Да, слушай, Доминик, помнишь мне, тебе обещали 6 квадриллионов долларов? Ну да. Короче, я сейчас дам вам адрес, идите туда, там вам, короче... Пизды дадут. Нет, там вам, короче, тебе дадут твои деньги, там будет отель. Поживете пока там, пока, ну, Big City, вы поняли, Слышь, строится. А, посмотри, там сзади вот эта отелька, там всех КАФТВ снимают же, да? Где? Ну, вот там, отелька. Да. Там же снимают, да? Да-да, снимаю. Ладно, иди ты. Давай, негр. Ты шо, охуел? Бежим. Падай. Сукин закон. Я по лестнице так в школе делал. Блять. Ай, я стенка, блять. Ты меня спас. Ай, ладно, пошли отсюда. Где наш тачка? Сука, болит. Сиденье. Иди быстрей. Все. Так. Вот, куда нам ехать. Ладно. Так, вот, он написал Big City. Не, это не Big City. Или что? А, не, мне показалось. Просто Слепок? Дубай, так сразу. Так. По какому? А, по туду. На, пошли. Так, мы едем. О. Вот наш отель. Да, City Limits. Да, он так называется. Блин, вот что за дорога, а? Да. А я не уверен, что это для машин. Ну и блин. Короче, тут припаркуемся, уже можешь ходить. Все. А, пошли. Вау. Красивый. Да. Смотри, тут еще фонтан. А, слышь, ты знаешь, что это? Это бассейн. Не, смотри. Чё? Это... Тут эта дорожка, там, где популярные звезды. Я сегодня там буду. А, вот тут. Понял. Да, давай входим. Классно. Так, подожди. Здравствуйте. Так, мы тут приехали, да? Нам говорили забронировать... Так, подождите. Нам говорили забронировать, ну, номер наш... Как вы зовут? Меня зовут Макс, его зовут Доминик.
Вот там шлюха, вас скажешь, куда идти. Ладно. Шлюха, куда нам идти? Ты чего, охуел? Вам на последний этаж. Ходите в любой лифт. Ладно. И сюда. Так, сейчас, последний этаж. Оп. Шлеп. Ебать, трясет. Алло? Да, мы прибыли. А, ладно. Доминик, ну? Наши деньги там вверху в нашей комнате. Да. Твои деньги. Да. Эти, квадриллион. Да? Ой, блядь, мы на крыше. Ладно, вот а, тут. А, плевать, тут спустимся. О, 302Б. О, нихуя! Деньги! Так. Стоп, я не понял. Они же сказали, что они в банк положат. Сволочи. А, ладно, банк пофиг. Потом все разберем. Во, ладно. Давай присядем. О, давай. Иди нахуй, Дима. Так, давай телек посмотрим. Так, где пульт? Во. Блядь. Ты давай меняй. Здравствуйте, это новости отеля. Сегодня у нас новые гости. Их зовут Макс и Доминик. Сегодня один из его друзей, Доминик, поскольку он популярный и получил Оскар, сегодня он получит деньги и будет награжден очень большой... Короче, хуй знает. Так что он встретится с главным президентом сегодня в отеле City Limits. 8 часов вечера. Удачи. Ладно. Прикольно. Посмотрели телек пофиг. А, я на крыше. Ладно, давай. Так. О, наши вещи уже тут. Ага. Так. Давай к боссу поедем. Поезжай. Да, вот. Ладно, через лестницу пошли. Так, фонарик у меня есть. Чё-то тут темно. Думаешь, мы правильно? Ой, что это? Нет, сюда. 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 Так. Не, а, ладно, через лифт спустимся, иди вверх. Блядь. Господи. Чё звуки? Так, сейчас придет. Давай спустимся вниз, босса поищем, окей? А он там, что ли? Нет. Спустимся, босса поищем. А. Ну. Точно, он же хочет увидеть, как меня награждать будут. Да, лифт долго идет. Подожди, я позвоню. А, сейчас. Вот он. Ладно, пофиг, сейчас позвоню. И сюда. Я на крышу. Ага, иду. Тррррр. Алло. Да, что надо? Где, кстати, босс? Он сейчас в отеле, в комнате под вами. А, окей. Так, там, да? Во, лестница. Мы там уже были. Я предполагаю, вот тут, да? Где ты? Может, тут? Вон босс был. Что вы подсматриваете? Блядь. Сука, валю. Да, давай, наш этаж. Лифт? Наш этаж, быстрее. Один. Так, все, мы телек смотрим, все нормально. Так. Так, ладно, пошли. Наконец-то оно. О, Стив Джобс! Какой, блядь, Стив Джобс? Так, вас, чуваки, внизу там пидор один ждет, идите. Ладно. С дороги иди, чмо. Я Стив Джобс. Окей. Так, дай нажай. Круто, мне сейчас Оскар дадут. Чувак? Круто, да. Да. Ты рад? Да, очень. Сейчас тебе Оскар дадут. И плюс, ты теперь богач. Ага. Угу. Ну когда ж придет-то, блядь? Скоро. Надеюсь. Так, ладно, подожди. Дай кое-что сказать. Нам, поздравляю. Я пойду вверху в балконе посижу, окей? Окей. Ладно, ты иди. Подожди.
О, это он! Это он! Это он! Смотрите, это он! Да он пиздюк. Нет, ты охуел, что ли? Это он, это Здравствуйте, он. Все. А, привет! Поздравляю, мой друг Добрик. Ты самый популярный в этой стране. И поскольку ты такой добрый, мы подарили тебе много денег. И Оскар на лучшего человека гоня. Ура! Теперь ты говоришь. Ох, большое спасибо тебе. Я очень рад, что теперь у меня есть два Оскара. Вот один он за... чего? Да ты охуел, он ничего. Вы говорите, сэр, меня не обращайте внимания. Офигеть. Спасибо всем, ребят, кто меня любит. Большое вам спасибо. Господи, большое спасибо, ребят. Всем большое спасибо. Что... Спасибо тебе, всем. Это кто спасибо. Такой? Мне большое спасибо вам за то, что вы тоже меня поддерживаете и подарили этот чудесший Оскар. Я очень рад. Ты хули сделал? Ты хули сделал, пидор? Пидор, блядь, пидор, пидор. Так, мне здесь домник жив. Быстрей. Блядь. Двери, сука, не открываются. Блять. Да двери ебаные. Надеюсь, домник жив. Блять, лифт. Ладно, так спущусь. Открывайся. Блять. Домник. А, вот ты. Я так боюсь, что пернул. Быстрее съебаем. Заходи. Бегу. Сёбывай! Сёбывай отсюда! Случилось? Я не знаю! Тебя хотели пристрелить, а другого пристрелили! Что? Блядь! Не могу, я застрял! Блядь! Нас гранатами кидаются! Быстрей! Быстрей! Блядь! Сука! Блин. Давай! Куда сёбываем? Куда? В какую сторону? Давай через Вон. Лес! Вон, туда! Быстрее, блядь! Едем! Как же реальная жизнь, блядь, лагает! На, суки! Это что за пидоры? Убивай! Блин! Тут гараж, быстрее в него! Какой нахуй гараж? Как в Синг садимся! Да нахрен его! Где гараж? Тут еще один самолет! Я гараж открываю! Быстрее! Бегу! Иди в гараж, смотри! Тут лучше самолет! А, засада! Давай, иди сюда! Нет, они промазывают! Ай, все-таки попали! I'm gonna get medieval on your asses. Они очень сильные. Нам всех не перестреляют. Я убил. Всех? Да, садимся, быстрей. Давай, садись. Давай, за мной. Так, сажусь. Ой. Все. Танский. Летим. Взлетай, да, стреляют! Лети! Я их атакую! Такой! На, суки! Всё, летим! По второму кругу! Нет, летим просто! Давай! Давай, направляемся! Направляемся в Биг-Сити! Давай! Тогда в космос! В космос? Да, так быстрее! Ладно, давай. Так, чувак, мы прилетаем. А, прикольно. Самолет. Мы дома. Ага. Так, приземляемся, да? Да. Наше место. Давай. Все, давай, выходим. Так, мы вышли. Идем. Че у меня тут? У меня дигл тут.
Ладно, спрячу его. Погоди, блин, что-то блевать захотелось. Погоди. Че с тобой, чувак? Да блевать хочется. Погоди. Ладно. Ты там железо ел, что ли? Да, зуб выпал. Я просто... Ты не представляешь, как меня качало. Блин, а на чем домой ехать? А? Подожди, там тачка. Подожди. Сейчас. Хорошая у тебя тачка. Все, давай, я его пистолет взял. Ты, блин, а как ты сесть будешь? А, знаю, ладно. Ты назад сядь. Да, давай. Так, ладно, я сеем все-таки поставлю. Так, надо закрепить. Так, ты сел? Тут коровка, я на ее сяду. Окей. Думаю, будет безопасно. Все, ладно. Так, пошли. Любимый... Уже 70-й год. Да? О, да. Время проскочило. Подожди, мне кажется, или... Время остановились. Тут все так же. Ага. Если я сейчас посмотрю... Подожди. Нет, нет, нет. Я все спутал. Но вон та пробка... Вон, смотри. Стой, сейчас. Хочешь прикол? Что? Стой. Вот подъедь на дорогу. Что? Так, и стой тут. Что? Стой. Смотри. Слышь, копы. Хуй вам! Блядь, беги! Валим! Нормально, сволочи. Нехуй тут указывать нам. Полицию позовёшь и убьём. Ну, смотри, из нашей тачки. Ой-ой-ой! Чё они все стоят, блин, как снегурки, нахуй? Вылезайте из тачки! Ой, кто? Вылезай, домник, лучше. Ну? Засада. А ну-ка, иди сюда. Что вы хотите? Что надо? Так. У нас, это... Вы приехали сюда на неизвестном автомобиле. Ну, не автомобиле, а на корабле. У вас есть права? Домник... У тебя есть права на эту хрень? Они на корабле остались. Нет, мы вам не верим. Если вы покажите ваши документы. Так, сейчас. Вот, берите. Так, вот мои. Домник, ты стой тут, я разберусь. Кстати, я... Домник, можно ты стой тут. Я самый популярный. Да мне похуй, сейчас проверим. Домник, стой тут, я разберусь. Не надо стрелять. Не надо стрелять. Стой тут. Иди сюда. Иди сюда. Вот просто тут, я разберусь. Так, документ. Да, домник, дай документы. Я им дал. Да. Вот. Домник Мникис. И дайте ваш документ. Да, вот, держите. Так, мы проверяем. Ко хрен ты делаешь, чувак? Блять, бежим быстро. Сука, убью их. Домник, быстро беги. А, бегу. Беги сюда! Быстрее в дом! Бежим, чувак! Вертолеты! Что? Быстрее беги! Бегите, гражданин, бегите! Черт твою мать! Стой, стой, не заходи пока что! Они обычных людей убивают. Прячемся. Что делают? Блин, у меня ключи. Сука. Ладно, заходим быстрее в дом. О, черт, блядь! Мочин, быстрее! Я внизу бью! Я ранен, чувак. Что у тебя? А, у тебя плечо ранено. Блядь. Надо перезарядиться. А где убиваем его всех там. О, боже. А, подожди, у меня в инвентаре, может, что-то будет большое, которое поможет. Блядь. Смотри! Что там? У меня РПГ. Может, да? Я его могу сбить? Я один раз попал, чувак.
Может, у тебя еще есть РПГ? Еще раз попал. Чувак, они не подыхают. Ты тут с РПГ? У меня по столом было. Ну ладно. У тебя ядерный? Отойди. Ты чё, офигел? Прячься. Всё. О, чёрт. Ой, Доминик. Сэр, я нашёл гражданина, он ранен. Что с ним делать? Он ко мне приближается. Вы уверены? Ну ладно.